Рождественский турнир вновь собрал в столице Беларуси любителей хоккея. Первые за кубок борются хоккеисты Китая. Приехали в Минск и прошлогодние бронзовые призеры команды Объединенных Арабских Эмиратов. Не только наблюдать за игрой будут и юные хоккеисты. Параллельно с рождественским стартом проходит финал «Золотой шайбы». На торжественной церемонии открытия президент Александр Лукашенко отметил большое значение турнира для спортивной дипломатии. В стартовом матче команда главы государства переиграла дружину Объединенных Арабских Эмиратов 12-7. Стали известны лауреаты премии за духовное возрождение и обладатели специальной премии президента Беларуси. Указы подписаны главой государства. Среди лауреатов – Белорусский союз женщин, коллектив Национальной библиотеки, команда РНФЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, протоиерей Виктор Перегудов и муфтий Абубекир Шибанович. Специальной премией президента отмечены коллективы Белорусской академии музыки и издательского центра «Марка» Белпочты, а также агентство теленовостей Белтелерадиокомпании. Сегодня в Беларуси день работников соцзащиты. Помощь пенсионерам и инвалидам, малоимущим и сиротам, обслуживание одиноких престарелых – то немногое, чем занимаются сотрудники службы. В ближайшее время в Беларуси может быть введена административная ответственность за отсутствие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры. Законодательно закрепят и норму о парковочных местах для автомобилей инвалидов. Развитие в 2018-м получит и трудоустройство граждан с инвалидностью.